Налоги, зарплаты, зарплаты, налоги. Что важнее? Думаю, мы все с вами подумали об одном и том же. Даже больше скажу. Возможно, что зарплата скоро станет приоритетной выплатой в нашей стране. Владимир Путин поддержал предложение Михаила Шмакова установить особый приоритет для зарплат, причем на законодательном уровне. Председатель Федерации независимых профсоюзов считает, законом предусмотрены все условия, чтобы внести соответствующие поправки в Гражданский кодекс. Тогда зарплата будет иметь такой же статус, как и налоги или социальные выплаты. Проще говоря, раз уж граждане обязаны платить государству, то деньги государства или работодателя в виде зарплаты граждане обязаны получать, соответственно, невзирая ни на какие условия кризиса. Конечно, не все и сразу будут довольны. Например, Минфин. Их все-таки больше волнует поступление в бюджет, а не наоборот. И тем не менее, как отметил глава государства, обдумать предложение не просто можно, нужно. Главное — найти компромиссы между заинтересованными сторонами.